This is Novelty also in pink tomatoes. The only variety in the market, elongated pink. Значит, это как бы новое явление такое в высокорослых розовых томатах. Это розовый томат высокорослый, который имеет эллипсовидную форму плода. For supermarkets, for chains that have a special need as a novelty, it's not for a big surface, not for big growers, but for specialty growers who want to supply supermarkets with a new, with an original type of fruit. Как Винсент говорит, что это, в принципе, новый вид томата. Это может быть как бы не для больших производителей томата, но как в ассортименте для супермаркетов. У них в Европе это обязательно, ну, практически во многих это как бы есть в ассортименте в супермаркетах. We find a very good place in some food chains where they are putting pink tomato in some sandwiches because when they cut it on small circles from one tomato they get more same size circles, what is very good in for which them. Place? In a chain for food, for sandwiches, who make for, for McDonald's type of. Марин говорит, что этот томат очень пользуется хорошо, потому что вот в разрезанном виде он был практически ложится, ну как бы сама долька ложится практически на весь сэндвич. Она такого продолговатого размера, поэтому очень часто есть такое использование этих томатов в Европе. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.